Thank you.
Как его? Ладья 8, ладья 8, взял на f5 и ладья e6. Вот таким конем уже 3. Да. Что там? Вот так подумал, немножко король прикупил и все, с вас тут. И ход вход получился. Это переоценил. Все, зацепят все. Все всегда весело. Ну да. Сложно, сложно. Перевес был, но сложно. Может быть, игрок-то пробовал. Как я схватил слишком надежно, выпустил потихонечку. А Энчпик уже заслужил получение, да, это не ничего не знает. Ясно. Там может быть какой-то непонятно, нужно ли длина на 1, как красиво. Не, я мог, вроде... Сразу можно, без А6, сразу забирать. Там идея в том, что... Взял ладья 1, король в 7, король в 4. Когда? Без А6 сразу, король в 4, король в 8. А А6, король в 5, это С1. Выбил слона. Выбил слона, и я думаю, нормально. Потому что там, мне кажется, я даже уже хуже получил. Может быть, единственное, что я мог... Это было ничей на ладей, я был ладей на ничей. Король в 5. Идешь на цветач, я нахожу ошибки, которые идешь на цветач, надо. Я думаю, что цветач, еще. Только это будет еще, скажем, ключи. Король D3, король D6, король D4. 6 и... Ну, будем уже 4. Может быть, это еще. То есть, я здесь пришла. Там уже не тебя лучше. Ну, из этого B4, B3, там, отдаешь. Да. А то, если так, король совсем, король совсем. Я как-то не знаю. Или, может быть, я мог сразу пойти, ладья 6, король d5, а вот без короля d2 сразу d6. Если ты на c5 бить не можешь, а король d6, ладья c6 шах и вернулся. И, может быть, это позиционное еще. На c5, если бить. Взял на d7. Нет, взял на d6, ладья c6, король d5, ладья d6, да. Я не знаю, на a6 или на g6. На g6. Я думаю, на a7 возьму. Хотя там... Нет, ну она А6 плюс на С5 пишет. Это не... Ну на G6 есть на А7 возьму. Да, я ладья F6, на F5. А, да. Слон C5 взял. А если там шах, там промежут 3.